Следующий вопрос. Хукму бей дам. Каково постановление продажи крови? То есть можно продавать кровь или нет? Ахаж аль-Бухари мин хадис Аби Джухайфа. Приводит имам аль-Бухари со слов Абу Джухайфы, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям наха ан самани дам. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил продавать кровь. Ва кад аджма ахль аль-ильм аля тахрим бей дам ва саманихи. Поэтому ученые единогласны на том, что запрещено продавать кровь и брать за это деньги. Калаху ибн аль-Мунзир кама филь Мугни валь Хафиз филь Фатх. Об этом сказал ибн аль-Мунзир, то есть единогласное мнение об этом привел ибн аль-Мунзир. Ва аклюху мухаррамун биль иджма. И запрещено кушать кровь по единогласному мнению также. Лиль-Ая, потому что Всевышний сказал, «Хурримат алейкум аль-мейтату ад-даму ва лахму аль-хинзир». Запрещена вам мертвечина и кровь, и мясо свиньи. Значит, кровь продавать и покупать запрещено. Далее, следующий вопрос.